20 декабря в Одинцовском городском округе планируется подготовить и залить 48 площадок для массового катания. Больше всего катков, 14, появится в Одинцово. На центральной площади будет каток площадью более 6 тысяч квадратных метров, самый большой в Московской области. Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что в дальнейшем качество льда будут поддерживать, чистить от снега и выполнять дополнительную заливку. Помимо этого, на территории округа запланировано обустроить 6 лыжных трасс общей протяженностью порядка 50 километров.